отправиться в трудный, но благородный путь по горным дорогам сюда, к Орлиному гнезду. Несмотря на сложность маршрута, мы собираемся обслужить самые отдаленные районы нашего края, где живут почтенные долгожители, и которые хотя и прожили по 100 лет, но до сих пор, к сожалению, не знают, что такое химчистка на дому и жалобная книга. В дороге мы будем обслуживать чабанов, буровиков, шоферов, геологов, всех тружеников высокогорья. Более того, мы решили ввести новую форму обслуживания, организовать все услуги под музыку и песни. В детстве, когда я зеленым был, сказки про Синдбада полюбил. Часто мне казалось, я Синдбад, знаменит и умен, и богат. Ах, за мною ползут, как улитки, этих старых времен пережитки, что присвоил, вернув все до нитки. Люди, простите меня. Ты веришь ему хоть немного? Мне сейчас уже немало лет. Понял я, в богатстве счастья нет. Будет жить мне легче, осознав, что я был совершенно неправ. Под за мною ползут, как улиц, этих старых времен пережитки, что присвоил, вернул все до нитки. Люди, простите меня. Ах, за мною ползут, как улитки, этих старых времен пережитки, что присвоил, вернув все до нитки. Люди, простите меня. Люди, простите меня. Люди, простите меня.